Всем доброго дня, и сегодня у нас будет очень интересный представитель на обзоре. Это сигареты Эссе, известной корейской, южнокорейской марки, под названием Джек. И тут вот написано «Новинка». Ну, они появились не вот прям вот вчера, я так понимаю, они уже там полгода, может, назад появились. Ну, короче, не так давно. Тем не менее, только сейчас удалось их найти в табачном магазине, я их купил у себя и купил. Тут прикольно то, что нарисована вот такая печенька. И как бы я до того, как их купить, там слышал, что типа пишут, что они со вкусом крекера, что-то такое. Ну, как бы интересно стало. При этом сигареты без капсулы. Они просто ароматизированы идут. И вот у нас сзади здесь написано, сейчас я зачитаю. Новые ощущения с прикосновением губ. Инновационная технология придает сигаретной бумаге свой собственный вкус. Вот так вот. Пропитали от души, короче. Акцизная марочка, здесь у нас штрих-код, содержит канцерогены, мутагены. Здесь у нас изготовлено OKTNG РУС, сделано в России, Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Добрина. Под контролем Пьен Чонг Донг, короче, под контролем корейцев. Это именно версия Эссе, которая сделана в России. Эссе часть поставляется из Кореи сюда, у них акцизы не такие, как на импортных сигаретах, вы поняли. А часть уже перевели на наше производство, вот в Калуге их делают. В Эссе очень много разных видов. И они, кстати, вот и я слышал, что сейчас еще новые сигареты выпускают, новые какие-то у них в линейке должны появиться. Вот, значит, внутри выглядит следующим образом, тут прям такой типа язык нарисован, мол, прям, ну, возьми и облизни, особый вкус, говорит, внутри фильтра, ну и там, куда претензии направлять. Сами сигареты выглядят следующим образом, такой вот у них с переливом такой со светлого в такой более насыщенно желтый, я бы сказал, горчичный цвет. Написано Джек, ну и Эссе. Перфорации здесь одно кольцо. И вот когда я пачку только открыл ранее, вот только слюду снял, даже крышку не открыл, запах этот почувствовал. Да, пахнут они, конечно, бомбезно, я вам сразу скажу, насыщенно и пахнет реально печеньем. Вот реально сладкий такой, сладкое печенье. Меня как бы удивило, потому что, ну, я, конечно, во многих сигаретах встречал ноты, но это было как ноты именно. Я там в обзорах говорил иногда, что там печеньем, бисквитом там отдает и все. Но тут это не нота, это целиком и полностью их аромат. Поэтому такого, ну, на акцизном российском рынке вы точно еще не видели. Потому что я не встречал сигарет с таким запахом. Прикольный запах. Конечно, табаком не пахнет, но аромка здесь на уровне. То есть она реально похожа на печенье. Как они это делают, я не знаю. По набивке. Ну вот как-то так, дальше она лопается. Давайте закуривать, смотреть. Да, кстати, тут написано, что технология придает сигаретной бумаге собственный вкус. Вот эта бумага, я еще на стриме тестил, короче, просто облизывал саму бумагу, она ничем не отдает абсолютно. Но тут я так скажу, тут понятное дело, что тут пропитано все полностью. То есть все полностью этим соусом пропитано, и сам табак, и бумага, и все. Но просто я как бы проверял, сейчас этого делать не буду. А то тут прям там язычки и все такое, мол, просто бери и облизывай, как леденец. Но бумага ничем как бы не отдает. А вот фильтр, да, на губах сладость. Ощущается, она, ну, не такая насыщенная, как в сигаретах, например, Чапман, там, Корсар, да и других многих сигаретах, у которых вот именно фильтр подслащенный. Вот, но приятная. И вот именно сладость. То есть облизываешь губы, ты чувствуешь просто сладость. А вот само печенье ты, конечно, тоже чувствуешь, но уже непосредственно во вкусе и в аромате. Аромат дыма тут полностью идентичен аромату сигарет из пачки. То есть, ну да, реально печеньем отдает. Причем я ничего табачного не чувствую. Вот такое сладкое печенье. И вкус тоже. То есть даже если губы не облизывать, как я уже сказал, на губах сладость просто. А вот сам вкус именно,
Как бы да, печенье. Ну, крекер это тоже печенье. Поэтому, причем именно такой сладкий. Хотя иногда ловлю себя на мысли, что есть небольшая и солоноватость. Крекеры разные бывают. Бывают соленые, бывают сладкие. Но суть это особо не меняет. Здесь именно вот больше упор на сладкое такое вот, на сладость. При этом очень мягко проходят, ни резости, ни першения. И, ну вот, даже если губы не облизывать, вкус насыщенный сам по себе. То есть, прикольно то, что, да, конечно, называть это табачным продуктом, ну, я не знаю. Типа, я курю, я в запахе и во вкусе, и даже в привкусе я табак вообще не ощущаю, его здесь нет. Ну, сигарету я разрывал, там есть табак, да. То есть, его тут заусировали нормально. Но, вот если это все убрать, а оценивать именно как ароматик, то ароматик здесь бомбезный, ну реально. А, да, забыл сказать же про цену, я что-то совсем в начале видео обычно это показываю. Тут есть, да, снизу QR-код, окошко и написано, значит, партия октябрь 22 года. Ну вот, то есть они уже давненько появились, еще в том году. Цена 150 рублей, не знаю, будет видно или нет, 150 рублей на октябрь 22 года. Вот эта пачка стоит. Ну, как сказать, дорого, недорого. Да, в принципе, это средняя цена сейчас на сигареты. Вспомните, сколько стоит собрание, сенаторы, там, чапаны тонкие, именно ароматизированные. Они стоят дороже. Они уже за 2 сотки перевалили. Так что это недорого. Получается, если сравнивать с другими ароматизированными сигаретами. Ну и плюс ни у кого нет такого, чтоб со вкусом печенья. Ни у кого. Знаете, отдаленно напоминает мне, вот у меня был обзор на тоже, кстати, южнокорейские сигареты, но это была чистая Корея, Ryzen, Sunshine или как он там назывался, но там капсулу. Так вот, там печеньевые ноты тоже есть, но там, конечно, не только они, там как карамель еще такая, вот и что-то фруктовое, там, плюс в капсуле легкий ментол был, поэтому, но что-то отдаленно напоминающее, потому что не то же самое, нет. Те, конечно, поприкольнее сигареты, что там говорить, да и там и формат King Size, они и покрепче, но как бы что-то как-то напоминает, да. А других сигарет у нас на рынке с таким ароматиком вы просто не найдете. Поэтому их можно назвать уникальными со своим лицом. Мне они понравились, я хоть и не фанат ароматизаторов, но когда ароматизаторы выполнены качественно, а здесь они выполнены качественно, я могу таким сигаретам сказать да. Вот. Так что, в принципе, рекомендую тем, кому нравятся слимки, кому нравится ароматизация, ну или кто просто хочет попробовать, ну, что-то новое, потому что это не заезженные вишни, там ягоды, ментолы, эти там, я не знаю, что там еще у нас есть там. Всякие там лаймы, лимоны, это реально что-то новое, потому что других таких сигарет со вкусом печенья как бы нет. Так что вот так, друзья. В принципе, неплохо, неплохо. Ну, эссе всегда, в принципе, как-то заходили мне, хотя у них проблема в том, что большая часть сигарет это в формате вот в таком. Я как бы не совсем ценитель, поэтому я большую часть как-то всегда обходил стороной и не пробовал. Ну, может, есть смысл попробовать, потому что, я же повторюсь, у них очень много разных марок, но они в основном представлены в формате Super Slim, либо Nano. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем пока.